Так, такой же. Нормально. Вот он вообще кайфово, блядь. Слушай, ну у вас сейчас там зарубка-то идет, да, в чемпионате первый раз за долгое время? Ну, одно, нам сейчас получается одно очко до третьего, и первое, второе, четыре очка до первого и второго одинаково. Ну, да, я видел, Лиль, ПСЖ. Да. По 60 шипов. Лиль, ПСЖ, да. И Леон, и потом мы. Как раз Лиль проиграли сейчас. Давай.
нижний, ближний. Добить! Что, да? Да, да. Я сделал нижний, ближний. Не буду там в угол, просто в створ. О, хорош! Дайте мяч, сейчас сыграем. Ну хотя да, чтобы не видеть. Сыграем, сыграем. Конечно! Всегда играли! Давай! Давай! Сделай! Смысл! Да, садись, сюда! Я бы раз специально сюда задал тебе. Там я буду сторонник. Вас приглашать можно? А? Вас приглашать, наверное, снять можно. Игры в Европе. Команды играли 21 числа, поэтому Жиров, Кудряшов, Головин и Миранчук присоединились к нам уже непосредственно на Мальбе. А так? Гарри, не слышите нас? В свой послужной список ставишь ли какой-то цель, конкретно ну, сколько мячей забить, и мечтаешь ли тогда Александр Пержаков, но этот вопрос уже задавали несколько раз, не менее. Мечты никакой нету, что там, главное, что команда победила, нету никаких планок, ни перед какими матчами нету планок. Нападающий цель, конечно, головами, но если я буду играть правильно и на команду, это будет самое главное. Главное победить, набрать 3 очка. Получится забить супер? Нет, значит будем готовиться к следующей игре. Хотелось бы, конечно же, догнать и обогнать Александра Кержакова. Это было бы прекрасно. Но, надеюсь, получится. Время покажет. На этом будем завершать. Спасибо всем, кто нас слышал, кто не слышал, перекину запись. Спасибо. И до завтра. Спасибо. Thank you. Goodbye.